Неодип. Анатомический крой, 100% нетекущие швы. Такой вот лейбл желтый. Внутри у них пора открытая, сплошная, то есть нету никаких там вставок нейлоновых, сплошная открытая пора. Неопрен очень мягенький, эластичный, удобный, комфортный. Есть 7-миллиметровые и 9-миллиметровые. За счет того, что внутри нету дублированного нейлоном слоя, они очень мягенькие, даже девятки. На мне одет размер L, ладонь моя в объеме где-то 22-23 сантиметра. Все комфортно, удобно. При покупке учитывайте, что не нужно их натягивать прям вот до упора. Оставьте немножечко в подушечках пальцев воздух, вам будет теплее. Очень длинная крага, то есть далеко зайдет под костюм и в принципе даже можно на костюм, особенно касается голышей. Вот. Вот таким образом проверять герметичность не стоит, потому что вы делаете излишнюю нагрузку, ненужную на швы. Но тем не менее, вот он, шарик надутый. Итак, рукавички трехпалые, New Deep, 7-9 мм, открытая опора внутри. Немножко отвлекли. Итак, 7,9 мм, открытая опора внутри, анатомический крой, New Deep, рукавички трехпалые. Ссылочка на описание, а также сколько стоит и где купить, будет внизу.